жара сегодня. Закрой окно, так еще жарче. Давайте лучше кондиционер. Спасибо, девочки. Что, девочки, отдыхаете? Да, очень жарко. Мы даже шевелиться не можем. Согласна, мне тоже очень жарко. А кто из вас хочет мне помочь? Ну, как видишь, никто. Не говори за всех. А чем помочь? Да там перебрать кое-какие вещи в спортзале. Я пас, я буду лежать. И я, пожалуй, воздержусь. Ну, раз никто не хочет, то так и быть, помогу тебе. Спасибо тебе, пойдем. Нужно навести порядок на этой полке. Ну, давай. Ребят, а вы не забывайте ставить лайки под этим видео и подписываться на канал. А если ваша кнопочка еще красная, не забывайте делать ее серой. А если серая, то вы большой-большой молодец. Я не то, что сейчас сделать могу, я вообще сейчас думать даже не могу. Согласна. Предлагаю пролежать так весь день. Поддерживаю. Может, тогда не вставая сыграем в города? Хорошо, я первая. Я выбираю Киев. Киев. Значит, на вы. Вена. Алания. Что вы, тюлени, еще лежите? Ага, а ты что там делала? Да так, пару пустяков. Будешь с нами в города играть? Я не хочу. Девочка, а может пойдем погуляем? Нет, мы с Сашей решили, что сегодня будем лежать целый день. Точно. Но это ведь скучно. Вы что, опять лежите? Да, а что, нельзя? Маргарит, ну что, пойдем? Ага, с удовольствием. Куда ты опять? Снова что-то делать? Вот так, Саша. Поможешь один раз, а напрягут на весь день. Ага, я сразу не согласилась, потому что знала, что так будет. Вообще-то мы идем мороженое есть. Я не напрягала, а Маргарита мне помогла. Мороженое? А мы? Так нечестно. Я тоже, между прочим, хочу. Но вы же сказали, что будете лежать целый день. А за мороженым вообще-то надо в магазин идти. Угу. Ладно, Марго, пошли. Нет, ну ты видела? Ага, я бы тоже от мороженого не отказалась. Если б я бы знала, что за помощь дают мороженое, то я бы с радостью пошла. Нечестно все это. Ладно, давай дальше будем играть в города. На каком мы там букве остановились? З. Что же на З? О, пришли две красотки. Ага, наелись там без нас. Да, было вкусно.
Так, девочки, сегодня будет проверка ходить по комнатам, и ваша задача убраться в своей комнате. А у нас что, грязно? Как по мне, идеально. Так что будем дальше лежать. Посмотрите, что на кроватях, на полу. А ну-ка, быстро встали и убирайте. Да нормально у нас все. Че ты сразу завелась? Ага, ты что, забыла, что у тебя дома в комнате творится? Так, девочки, я не шучу. Если вы не хотите проблем, бегом за дело. А, не даешь ты полежать нормально. Маргарит, хочешь, я тебе прическу сделаю? Давай. Нормальный вообще. Зошт какой-то старый. И шмотки чьи-то. Фух. Маргарита, а почему ты сидишь и не убираешь? Может, поможешь? Девочки, у нее на кровати все нормально. Сейчас здесь что-то делаем. Вообще-то она тоже здесь живет и должна нам помогать. Точно. Я сейчас тоже сяду и ничего не буду делать. Девочки, не переговаривайтесь, давайте за дело. Может, я им все-таки помогу? Нет, пойдем, не будем им мешать. Нет, ну это уже перебор. Ага, я с тобой согласна. Сначала мороженое, потом не убирает. Что дальше будет? А тебе не кажется, что они сегодня какие-то странные? Ага, прям подружки такие. Вы убирайте, а мы пойдем кушать мороженое и плести прически. Да, прям бесит. Ладно, давай лучше убираться. Потому что проблем мне не нужно. Все, теперь сил у меня нет окончательно. Так чисто в комнате стало. Молодцы. Ага, мы старались. Может, ты теперь и нам мороженое купишь? С чего бы это? Убирать в комнате – это ваша обязанность. Ага, и вообще это еще Маргаритина. Кстати, как вам Маргаритина прическа? Просто замечательно. Не нравится? Я вообще-то старалась. Девочки, а вам не кажется, что вы себя ведете неправильно? Ты о чем? Саша, объясни им, пожалуйста. Мы здесь убираемся полдня, а вы там где-то ходите. Ну почему где-то? У нас были дела. Ага, видимо, ваши дела. Прически делаете и мороженое едите. Марго, не всегда казалось, что Соня к тебе по-другому относится, чем к нам. Ага, я тоже это заметила. То вы в столовку вместе ходите, то шептитесь непонятно где, то плетете всякие прически, то мороженое едите. И все без нас. Девочки, не придумывайте. Просто когда я попросила вас помочь, Марго одна отозвалась это сделать. Что? А через тебя кто на ужин помогал накрывать? А ты забыла, кто тебе сумки помогал нести, когда ты заселялась? Ничего я не забыла, не начинайте. Ага, а мне как-то кажется, что ты забыла. И помнишь только то, что Маргарита тебе помогла. Ладно, девочки, хватит тут дуться. Садитесь лучше к нам. Или пойдемте, я куплю вам мороженое за вашу помощь. Саш, ну,
Как тебе такая идея, нравится? Пожалуй, нравится. Я согласна. Пошли. Ребята, а вы любите есть мороженое в такую жару? Если да, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал Two Sisters Соболь. А также на Instagram Two Sisters Соболь. И ищите нас в лайке. И пойте с нами песенку. Подпишись, ту-ту-ру-ру-тру, подпишись, ту-ту-ру-ру-тру, подпишись, ту-ту-ру-ру-тру, лайк поставь. Лайк поставь, ту-ту-ру-ру-тру, лайк поставь, ту-ту-ру-ру-тру, лайк поставь, ту-ту-ру-ру-тру, подпишись, пока-пока! Аллилуйя! Ну, судя по всему... Судя. Закрой окно, так еще жертва.